Значит, по удовлетворению ходатайства снимается сейчас ограничение с данного транспортного средства, ранее арестованного. Мая. И накладывается арест на комбайн полиции. В связи с тем, что проводятся сельхоз работы, данное транспортное средство будет являться предметом обеспечительных мер. Снимаем ограничение с данного транспорта, с правом пользования будут по ним находиться в собственности у Игоря Николаевича, так понимаю. Да. Данное транспортное средство принадлежит Николаю Николаевичу. Мне принадлежит, да. Так как у вас два исполнителя документа, ущерб один был на сумму 1 000 000. Это мы в курсе, да. Это мы в курсе. Я просто поясняю, чтобы у нас не было вопросов, почему только на ваше имущество наложено арест. Ну, в курсе, потому что иск один солидарный, иск претензия одна, мы имеем родственные отношения. Момент, да. Да, мы составим акт ареста в вашем присутствии. Мы вчера присутствовали, значит, на личном приеме вашего непосредственного руководителя Ткаченко. А я хочу вам задать вопрос по ранее наложенным. По ранее наложенным ограничениям проводятся проверки. Вам как руководителю. Я сейчас комментировать не имею права, пока не закончатся проверки. Хорошо? Нет, вы как руководитель обязаны пояснить, что происходило до этого. Плюс, вы уже были, плюс к этому, 7 июля мы с вами присутствовали. 7 июля мы с вами присутствовали, значит, на в следственном комитете, что это было за мероприятие. Давайте вам стол поставим. Мы присутствовали с вами, в том числе и вы. У нас была встреча трехсторонняя. Николай Николаевич, давайте. В кабинете следователя Грица и Следственного комитета. Что это было, вы мне объясните. Потом будем уже общаться, хорошо? Вы мне объясните, что это было. Арест комбайна сейчас происходит. Да, это происходит арест комбайна. Да, я сейчас вам объясню, что мы согласно ходатайству переарестовываем имущество по согласному решению суда, определению суда. Нам просто вчера главный пристав пояснил, что транспорт, автомобили вообще не имели права арестовывать, так как они в кредите находятся. Там сумма кредита позволяла на сумму денег. Давайте эти вопросы потом, если... Ну, если вы считаете, Дмитрий, что ваш прямой руководитель не прав в своих высказываниях... Давайте не будем провоцировать. Нет, мы будем не провоцировать, мы совершенно не провоцируем, мы пытаемся выяснить истину. Понять просто и понять цель ваших действий. Что вообще произошло. Потому что мы на сегодня четко и твердо уверены, что ваши действия были именно целью подорвать экономическую деятельность хозяйства и жизнь семьи полностью. Я что вам объяснил? Сейчас, ну, да, вы, чтобы вы не объясняли. Я давать не буду, я комментарии только в процессе. Ну, вам придется давать, в любом случае, вы обязаны это делать по долгу службы. Так, сейчас. Вы обязаны это делать. Мы вам задаем вопрос, как руководителю отделения. Давайте так. Вы должны нам пояснить. Я сейчас приехал как исполнитель, исполнять решение суда. То есть руководителем вы не являетесь? Руководителем я являюсь, но на данный момент я провожу действия как исполнитель. Проводите, исполняйте. Находится на исполнении. Хорошо, мы подождем, когда вы исполните действие, и потом вот зададим вам вопрос. Да, хорошо. Ну, еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Мы находимся в Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, фермерское хозяйство Маслова Николая Николаевича. Только что прошли, значит, у нас мероприятия по замене арестов, которые являются уже на сегодня подтверждено руководством края, службы судебных приставов и Москвы, подтверждено, что эти действия были ранее незаконными. По крайней мере, это было подтверждено ими на словах. Документально пока идет проверка, значит, служебная. Соответственно, значит, произошли сегодня события с автомобилей легковых. Наконец, вот через 2,5 месяца аресты сняли. Мы за них платили кредиты, оплачивали, но пользоваться ими не могли. Сняли арест со счета текущего нашего. На сегодня мы теперь можем пользоваться деньгами там, и как-то может теперь семья и хозяйство жить и работать. Хотя уже ушли все сроки, мы понесли просто глубокие убытки. На сегодня в предбанкротном состоянии находимся.
Ну и наложили арест вот на комбайн, опять тоже так же, как и на трактор Т-150, с разрешением использовать их. Ну, то есть то, что изначально мы предлагали и просили. Несмотря на то, что мы считаем, что незаконными были вынесены незаконные судебные акты судьей Жеребором, ну, они были вынесены, судебные акты, они обязательны к исполнению, но служба судебных приставов исполняла их не просто некачественно, а явно с интересом противной стороны, которые нам предъявляли. Явно начальник службы судебных приставов поддерживал, и его подчиненный поддерживал противную сторону ОСХП Дмитриевская, которая вместе с этой службой судебных приставов района, целью у них было, я считаю, что уничтожить экономические хозяйства. Значит, на сегодня это произошло. И еще какие были события, почему я не записывал ранее ролики. 7 июля текущего года, это на прошлой неделе в пятницу, мне поступил звонок телефонный, с утра поступил телефонный звонок от следователя Следственного комитета Грицай Вячеслав Игоревич, по-моему, если я не ошибаюсь. И он мне в телефонном разговоре пригласил меня прибыть к нему в кабинет в город Кропоткин, следственный отдел Следственного комитета, якобы для беседы. Я спросил, для чего, для каких целей. Он сказал, якобы для трехсторонней встречи вот с данным руководителем судебного пристава, который на сегодня вот сейчас только проводил мероприятие. Ну, мне сразу было подозрительно это все, для чего все это делалось. Я взял с собой диктофон, прибыл на эту встречу. Встреча проводилась в духе, я считаю, ну вот разборок 90-х. Просто побакланить, собрались побакланить и развести лоха. Вот со стороны представителя службы «Бегун» были такие мероприятия. Разговор весь этот был записанный. Значит, этот разговор я обязательно передам и в аппарат Татьяны Николаевны Москальковой, и также компетентным органам, то есть спецслужбам нашим передам в Москву тоже, службе ФСБ, для разбирательства. Я считаю, что это со стороны как и Следственного комитета, так и, значит, со стороны судебных приставов всех наших этих местных, это был сговор. То есть хотели развести лоха. Вот на сегодня вот такая обстановка у нас. Что будет дальше, я буду пытаться, значит, ввести в курс дела вас. Ну и будем дальше публиковать эти ролики. На сегодня пока все.